Всем привет! Вы часто спрашиваете, как добраться до Андерсена и сколько времени на это требуется. Сейчас мы находимся в самом центре города. Давайте засечем, сколько потребуется времени. Сейчас мы в центре, напомню, и основное время пути занимает выход с этого центра по вечерним утренним пробкам. Но если вы находитесь в другой части города, все движется намного быстрее. Сейчас мы выскочим на трассу и быстренько домчимся. А сейчас мы находимся, выехали на Демское шоссе. Будем ехать в Андерсен через Дему. Обратно у нас в планах вернуться будет через Затон. То есть мы с вами осветим и покажем вам два пути, через который можно добраться до Андерсена. Также у нас есть третье альтернативное направление, это по М5. По трассе М5 также можно добраться у нас до Андерсена. Соответственно, в будущем планируется строительство моста через Нижегородку. Это будет наш четвертый альтернативный путь. Как-то так. Находимся в 5-10 минутах от Андерсена, и рядом с нами находится школа, которая находится рядом с Миловским парком. Школа называется «Гармония». Рядом находится с этой школой детский сад, так что в 5-10 минутах от Андерсена есть целая школа и детский сад. Так, мы подъехали в Андерсен, у нас тут время, подделок нет никаких. 25 минут 40 секунд с центра города мы доехали. Обычный будний день. А теперь давайте проверим второй наш маршрут из Андерсена. Теперь мы поедем через Затон и посмотрим, сколько времени это займет. Так, засекаем время. Стартуем. Так, мы приехали, 23 минуты, он машину припарковал, только что приземлились. А получается, по Затонской дороге, по второй, даже вышло немножко быстрее, несмотря на то, что время уже... Кстати, время без 26 обычного дня, будничного. Поэтому приезжайте к нам в Андерсен, хоть через Дему, хоть через Затон. Кстати, через М5, не забывайте, тоже можно попасть к нам. Хорошего дня, приезжайте.